Эй, бро, на связи капитан, и как обещал, рандомные комментарии уже приехали. И давайте наберем под этим видео 2000 лайков, и вторая часть выйдет просто молниеносно, отвечумба. Также в конце видео будет информация о конкурсе, так что не забудь посмотреть до конца. А сейчас я буду показывать, как рисовать, да-да. Прежде чем делать арт, нам нужно будет эскиз. Рисовать будем в мультяшном стиле, я даже не знаю, как описать этот стиль. Ведь на аниме он не сильно похож. На примере я буду рисовать, угадайте кого? Себя. Итак, если у вас первого раза не получается, то не стоит расстраиваться. Ведь не бывает все сразу, нужно просто больше практики. И чтобы наш персонаж получился похожим, то нужно передать больше узнаваемых черт. Например, если узкие глаза, то глаза сделать узкие, логично? Ну я же Кэп. Потом все зависит от прически и мелких деталей. Вот, например, я нарисовал родинку. Нарисовал бы бороду, но для меня стиль еще мало знаком, и я ее упустил. Сорямба. Если вам нравится этот стиль, то пишите в комментарии об этом. Сделаю еще подобный ролик с новыми фишками. Прежде чем рисовать мышкой, нам нужно сделать эскиз. Предлагаю вам эскиз нарисовать на бумаге, сфотографировать, а потом загрузить в сейв. Как рисовать и какие этапы применял, я буду показывать на графическом планшете. Повторяйте за мной только на бумаге и старайтесь понять, тут ничего трудного нет. Для начала нам нужно нарисовать овал. Это будут наши щечки. Потом дорисуем прямоугольник на вот таком расстоянии и плавно его соединим с овалом. Посередине овала немного заострим. Это будет подбородок. Лишние линии сотрем. Справа на конце овала дорисуем еще один маленький овал. Это будет ухо. На той линии, где был когда-то наш овал, мы дорисуем брови. Обратите внимание на брови человека, которого рисуете, ведь брови у каждого человека имеют свою особую форму, и это тоже нужно подчеркнуть. Рисуем нос. От левой брови проводим прямую вниз, почти до середины овала. И дорисовываем полуовал, как делал я на видео. А теперь, как мы рисуем глаза. Нарисуем для начала прямоугольник. Это и будет основной формой нашего глаза. Если у вас круглые глаза, значит они должны быть круглее. Если глаза узкие, то логический вывод напрашивается сам. Глаза должны находиться на одной линии, поэтому проведем вспомогательную линию и дорисуем следующий глаз. А теперь округлим полностью верхнюю часть нашего прямоугольника и скруглим нижние углы и дорисуем наши кружочки. Приблизительно такого размера. Дорисуем нашу улыбочку. Размер приблизительно от зрачка до зрачка. Дальше рисуем прическу, которая у нашего человека в реальной жизни. У меня она вот такая.
И не делайте ее маленькой, делайте ее пышной. В общем, чем больше, тем лучше. Но не переборщите. И на макушке сделаем вот такой хохолок. Ну это же прикольно. Ну а тут я поигрался, нарисовал бороду, чтобы вы поняли, что это на самом деле я. Потом рисуем шею. На правой половине половины нашего овала сложный набор слов, зато логичный, не сильно длинный, размером с квадрат. И самое сложное – это тело. Я его сам не могу нормально нарисовать, но покажу вам потом, чуть дальше. Один секрет. Для начала давайте нарисуем такой изогнутый прямоугольник. Это будет наше тело. На углах дорисуем плечи и руки. Это будет тельняшка. Ну как же я без нее? Итак, как-никак дорисовали наше тело, но оно нам не нравится, его нужно подправить. Также можно будет и подправить неровности на лице и так далее. Я сохраняю эскиз как картинка, а вы фоткайте и скидывайте на комп. Надеюсь, объяснять тут не нужно. Итак, что за маленький секрет? А секрет в Photoshop, если у вас его нет, то не беда, он особо ничего не решит. Открываем фотку в Photoshop. Кликаем пару раз по замочку, чтобы разблокировать слой. Потом переходим в меню «Фильтр» и выбираем «Пластика». Выбираем в открывшемся окне слева палец. Подбираем размер кисти. Размер кисти видно по кружочку, когда мы наводим на картинку. А настроечка размера находится по стандарту справа. И выбрав место, которое нам не нравится, наводим мышкой. Зажимаем клавишу и оттягиваем. И таким образом мы можем поправлять наши фрагменты.
дальше снова сохраняем как картинку и открываем в Paint Tool Save. Йоу-йоу, бро, следующая часть выйдет ровно через 2000 лайков. А теперь время конкурса. Как я и говорил, что теперь каждое видео буду выбирать одного победителя и рисовать его в стиле предыдущего урока. Если ты хочешь, чтобы ты стал победителем, и я сделал тебе артик в таком стиле, то переходи по ссылке в мою группу и делай репост с видео. Победитель будет выбран рандомно, и на выходе следующего урока он сможет забрать свой арт. Все узнают имя победителя и увидят арт, который был приготовлен для него. Также делитесь своими артами в моей группе и смотрите на работы остальных. Ссылка в описании. Если вам понравился урок, то поставь лайк и подпишись на канал в ожидании нового. А с вами был Капитан. Всем спасибо за просмотр. Пока. Не забудь поставить галочку на колокольчик, шалунишка, чтобы получать уведомления о новых уроках.